Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня сбор глисты. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Slither.io. Как видите, я уже на седьмом месте решил позадротить немножко. Ну как позадротить? Зашел вот после майна с первого раза прокачал и качаю сейчас свою глисту. Летим, идем. Центр попробуем чуть-чуть дальше пробраться в топ. Игра такая, игра, знаете, чисто по фану, лайтовая. Пофаниться. Можно вот на таком вот мелком свободно слиться. Без проблем. В чем смысл прокачать? Ну, я не знаю, микроба свою глисту. Но для меня это глиста. Самое, что не есть настоящее. Прокачать чем побольше, выйти в топ. Как видите, сейчас там фан, я смотрю, в топе. Да, первое место забрали, 27 тысяч. Ну, поехали в центр, сейчас с вами сольемся. Так, нас скинули уже на восьмое место. Самое опасное вот эти вот мелкие, когда они один убежал. Сейчас попробую. Не хотят зажиматься. Знают, как выбраться отсюда. Блин, там еще музычка у нас по майну. Ну, бро, ну куда ты против танка прешь. Так, надо кого-то найти, зажать. Что-то мы медленно растем. Опять на третье вышли. Ну, там кого-то, смотрю, разобрали. Еле-еле-еле успели. Так, ну что, мы на третье место выйдем или нет? Я говорю на третье, на шестое хотя бы. Реально, это мой рекорд сегодня. Да и вообще, 13500. Все хотят зафигачить большого. Так, итого, шестой у нас есть. Но мы таким темпом можем и до первого долететь, если не будут там сливаться в топе. Ой-ой-ой, о май гад. Это опасно, когда мелкие рядом. Самое главное, чтобы никто нас не зажал. Поэтому надо стараться по максимуму территории охватывать. Можно было бы, в принципе, попробовать его зажать.
Так, опять мы на седьмом, да? Скинули нас. Кого-то разобрали, походу. Ну, самый оптимальный вариант. Это идти в центр и зажимать. Это, походу, синий, который подо мной. Скорее всего. Так, ладно, надо поставить хотя бы рекорд 15к. Видите, что делается? Что делается в центре здесь? Так, вышли на шестое, отлично. На четвертом уже, нифига себе. Мочим, мочим, ребята. А с вас, как обычно, лакосики. Мы качаем, ребята, глисту. Четвертое место. Но до первого нам еще далековато. Так, самое главное, может, в тройку попадем. Это уже для меня, скажем так, результат топовый. 16,5 тысяч. Пока рендерил видос, зашел. Видите, что у нас случилось. Так, надо кого-то зажать. Тихо-тихо-тихо-тихо, ша. Есть еще один готов. Так, самое главное здесь... Сука! 18751. Ну вот так вот, ребят. Вот таким вот образом. Блядь. Я не знаю, на какой мы там бы на второе или на третье место вылезли. Не надо особо спешить, короче. Там сейчас... Меня, наверное, нормально нафигачат. Да, блин, на третье место мы бы с вами вышли. Но, к сожалению... Ну, вот таким вот образом, с нуля. Я вам показал, как я уже прокачался, потому что я не думал, что я далеко залезу. Ну, 18700. Напишите, кстати, в комментах, у кого... какой топовый самый результат был. Сейчас попробуем мелким позадрачивать. Поехали в центр. Это вот так вот делается. И в итоге, смотрите, сразу же с мелкого у нас сразу штука практически. То есть возле больших. Поехали в центр. Будем сейчас пробовать в центре кого-то зажимать. Если получится. Я точно так же попался, в принципе, надо было не лететь. Но жажда первого места, она всегда побеждает. Так, тут кто-то летает, смотрю. Гостик вижу. Вот, смотрите, штука. Ну, кажется, на первый взгляд, что легко вот так вот водить, но нифига. Так, он зажимает, походу, кого-то. Короче, тут полный трэш творится. Непонятно, кто кого зажимает. Но сейчас кто-то кого-то по-любому зажмет. Так, надо... Жесть. Жесть. Это просто жесть, ребята. Смотрите, что тут делается. Офигеть. Офигеть просто! В общем, вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Кто играет с Лизер, его... Ну, тут, конечно, к сожалению, сложно, наверное, попасть на один и тот же сервак. Но хотя, в принципе, думаю, возможно. Все, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.